В апреле 2016 года в Москве состоялась международная научно-методическая конференция «Образовательные программы и профессиональные стандарты. Поиск эффективного взаимодействия». Мероприятие было организовано финансовым университетом при правительстве Российской Федерации, Международной ассоциацией организаций финансово-экономического образования и Советом по профессиональным квалификациям специалистов финансового рынка. В конференции приняли участие более 1000 человек – специалисты высшей школы, экономисты, эксперты, студенты, представители средств массовой информации. Цель конференции – сверить часы разработчиков профессиональных стандартов и представителей высшей школы. На повестке дня стоит вопрос о том, как максимально адаптировать друг к другу внедряемые в России профессиональные стандарты и образовательные программы высших учебных заведений. Открывая конференцию, ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Скиндаров подчеркнул, что интеграция профессиональных стандартов в обучающие программы – запрос не только бизнеса, работодателей, но и общества в целом. Это, безусловно, мы должны учитывать требования работодателя, требования бизнеса, государственных управлений. И общая наша задача вузовского сообщества, чтобы нас больше не было упрека, который делает вот в том числе на разных секциях недели бизнеса, которая проходила под эгидой Российского союза промышленных предпринимателей, что вузы перестали готовить профессионалов. Александр Шохин, председатель Национального совета при президенте России по профессиональным квалификациям и президент Российского союза промышленников и предпринимателей, также обратил внимание на существующий сегодня разрыв между уровнем профессиональной подготовки выпускников образовательных учреждений и потребностями рынка труда. Работодателям в нынешних условиях, когда ощущается острая нехватка квалифицированных кадров, причем самого разного уровня, и кадров с высшим профессиональным образованием, со средним профессиональным образованием, да и рабочих кадров, которые готовятся в том числе в рамках дуального образования непосредственно на производстве. В этих условиях, безусловно, устранение того разрыва, который существует и может компенсировать нехватку квалифицированных кадров, разрывы между уровнем качества профессиональной подготовки и потребностями рынка труда, работодателей, вот этот разрыв можно устранить в том числе системой, национальной системой развития квалификации, в основе которой лежат профессиональные стандарты. Учитывая, что сейчас одна из главных проблем, по крайней мере, на протяжении последних 7-8 лет, мы через свои опросы видим, что она всегда входит в первую тройку проблем, мешающих развитию бизнеса, это нехватка квалифицированных кадров. И в условиях демографического спада у нас нет другого способа вот этот разрыв устранить, кроме как точно готовить тех специалистов, которые востребованы рынком труда, чтобы не нужно было тратить время и деньги на их переквалификацию, переподготовки еще до того, как они начнут работать. В дни конференции ее участников поздравила Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной защиты России, в связи с принятием закона, согласно которому с 1 января 2017 года и меняются положения Трудового кодекса, и профессиональные стандарты входят в обыденную практику работодателей. Все вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений между работником и работодателем, это, безусловно, все положения Трудового кодекса, которые действуют. И в соответствии с Трудовым кодексом вся ответственность за принятие кадровых решений, за допуск работника к определенному месту работы, где есть, например, обязательные требования, связанные с особо опасными объектами, или транспорт, или иные, например, какие-то сферы, они особо регулируются государством, вся ответственность конкретно на работодателе. Сейчас ключевая задача, и всегда она была ключевой, это профессиональный уровень кадров. От этого зависит производительность труда, эффективность труда, заработная плата самих работников, потому что они становятся более конкурентоспособны на рынке труда. Поэтому мы очень надеемся, что этот новый инструмент, по сути, это обновленные квалификационные требования, станут помощью в реализации повышения профессионального уровня работников.
Александр Мурачев, председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка и исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, рассказал, как продвигается работа по формированию профессиональных стандартов для финансового рынка. По его словам, за последние два года для специальности этого рынка было утверждено 30 профессиональных стандартов, а всего на рынке предполагается принять 180 профессиональных стандартов. Начать хотел с того, что за это время Совет наполнился целым рядом полномочий, которые ему дал Национальный совет. Мы занялись проведением мониторинга рынка труда, выявлением новых профессий. И то, что Любовь Юрьевна проинформировала вас о том, что сейчас создан фактически справочник новой профессии Минтрудом, где 1600 специальностей, в том числе роль Совета по развитию квалификации на финансовом рынке, здесь тоже, очевидно, тоже внесли свою лепту, и этой работой мы активно занимаемся. На основе в целом справочника новых профессий, собственно, идет инициатива по разработке профессиональных стандартов по тем или иным новым профессиям и существующим профессиям, которые появляются на рынке. Появляются новые профессии, которые совершенно отсутствовали в условиях советской экономики, плановой экономики. Поэтому очень важно и в этой связи чрезвычайно полезно вместе с коллегами обсудить движение, связанное со строительством квалификации в России с учетом новых требований и с учетом строительства новой рыночной экономики. О необходимости постоянной коммуникации между работодателями и образовательными учреждениями говорила Нелли Розина, первый проректор по учебной и методической работе финансового университета при правительстве Российской Федерации. Вопрос сближения образовательных стандартов и образовательных программ отразил в своем выступлении Олег Замулин, председатель Федерального учебно-методического объединения «Экономика и управление». Процесс такого сближения регламентирован утвержденными Министерством образования и науки России методическими рекомендациями по актуализации действующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов. Очень важно помнить, что высшее образование – это в первую очередь фундаментальное образование, образование, в котором студент должен получать не только узкопрофессиональные компетенции, но и общепрофессиональные компетенции и универсальные компетенции, которые важны на рабочем месте, способности критически мыслить, обладать лидерскими качествами, уметь работать в команде и другие способности, которые нужны каждому человеку. На конференции были подведены итоги и вручены свидетельства Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. Одним из первых такое свидетельство получил финансовый университет при правительстве Российской Федерации по методике профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Эта методика основывалась на положениях, которые были разработаны Национальным советом по профессиональным квалификациям. Методика использовалась у нас в Совете по профессиональным квалификациям финансового рынка, дорабатывалась и апробировалась как раз на аккредитации образовательных программ финансового университета. Аккредитовывались 4 программы. 3 из них уровня магистратуры и 1 из программ уровня среднего специального образования. Завершил пленарную часть конференции Кристофер Антонио Писаридис, лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года. Он представил доклад «Человеческий фактор как фактор роста и развития экономики». Все-таки конечное слово за самими университетами, за вузами. Они, безусловно, должны собирать максимум информации с рынка, от профессионального сообщества, вовлекать специалистов, экспертов, с тем, чтобы слышать их мнение. Но определение действительно учебного плана и формирование конкретного набора дисциплин образовательных, которые нужны будущему выпускнику, это задача университета. И университеты все-таки, я это неоднократно подчеркивал в своем выступлении, готовят людей на
всю жизнь, да, то есть это не просто краткосрочная перспектива, это на 40-50 лет вперед. Поэтому все-таки задача университетов — давать более базовые, общие знания и навыки и подготовку выпускникам с тем, чтобы они сами могли в дальнейшем ориентироваться и выбирать наиболее подходящую для них профессию по душе. Очень приятно, что финансовый университет сегодня пригласил таких специалистов. Мне, опять же, очень понравилось это выступление. Я благодарен руководству и администрации университета за приглашение. Большое спасибо. Мы в своих программах должны учитывать требования профессионального стандарта, но ни в коем случае мы не должны готовить специалистов по требованию работодателя, что он должен завтра прийти, сесть за рабочее место и выполнять какую-то профессиональную, исполнять какую-то профессиональную компетенцию. Во второй день конференции в финансовом университете при правительстве Российской Федерации работали многочисленные круглые столы, участники которых подробно обсудили различные аспекты внедрения профессиональных стандартов и взаимной адаптации профстандартов и стандартов высшего образования.